Отлично. Что изображено на этой работе? А? Изображено вот орнамент идет, потом повыше идут горы, повыше гор облака идут, и повыше облаков эти драконы два летают. Видите, один налево смотрит, другой направо, но они разные. В общем, это, можно сказать, парочка драконов. Вот это нижней части ножа будет. Вот. А что это символ дракона, который смотрит? Ну, символ, что это могущество, что они сильные животные. И, в общем-то, я поскольку год дракона родился, я люблю эти драконы чекать. Вот этот лев. Ну, вот тут другое изображение. Получается, горы Бурятии и буддизм там. Ну, в общем, горы, облака, драконы, а тут лев, бабочка, растительность, вот эти облака тоже. А это на ручку ножа. Это на ножны идут. Угу. Так, почеканим? Влад Гринзенович, а помните, вы говорили, что бывает чеканите и так тихонечко поете? Ну, когда хорошее настроение, конечно. А спойте нам что-нибудь, пожалуйста. Нет, я не буду петь. Специально, как по заказу, я не пою. А вы почеканите и, может быть, поете потом? Ну, это когда мне делать мысль, я пою, конечно. Когда а что вы настроение поете? Хорошее. Ну, просто музыку какую-нибудь напеваю, вот и все. Горловое пение? Да нет, почему горловое? Обычное пение. Давайте тихонечко. Ну, не слова можно даже, просто... Да. Вот чтобы мы предложили на картинку. Музыку так. Да. Напевая просто и все. Давайте. Ну, как я прям по заказу не могу. А вы здесь приготовитесь и забудьте, что вы здесь. Нет, я это когда хорошее настроение будет. А у вас что, плохое? Да дело не в этом, просто настрой другой, видимо. Ну покажите нам, пожалуйста, нам очень нужно. Что я должен спеть песни, что ли? Что угодно, что вы можете. Ну я даже не знаю. Таёжная, озёрная, степная, и добрым светом солнечным полна, святой. Достаточно, наверное.